Так, ну давайте сразу по АЕ. Значит, во-первых, я не знаю лор вообще совсем. И уже понятно, что нам нужны будут вот эти вот ребята, и время 22 августа, то есть времени нет. Что я могу сделать? Я могу прошерстить Brave Frontier, потому что там точно хотя бы вот эта вот девушка вроде бы есть. Brave Frontier кроссился с Линком и кроссился King of Fighters вот этим, но не этой частью, во-первых. Просто вот эта девушка там точно есть в играбельных. И хоть это был кросс с Линком, Юри там в вызове Стер Калюмерес. Уже такой ядреный, в зените, короче. Вот из-за того, что он играбельный в зените тут, через Brave Frontier в вызове, я знала, что с его участием ничего нигде хорошо не кончится, потому что иначе тут будет некого вызывать. Вот в чем дело. Значит, сколько мы потеряли кластеров, неважно. Кросс был с 25-м юбилеем с Казани, то есть это вот этот образ собирательный. И коготь входит в состав. Сейчас этот лор объяснять я не буду. Нам вот с этим сейчас разбираться надо будет. Что тут и как? Трейлер можете уже посмотреть. Уже все есть в сети, час назад положили. Сейчас там еще идет стрим, что и как будет. Новости я все положу 22 августа.